Уважаемые волжане, жители города Волжского, приглашаю вас принять участие в крестном ходе, который состоится 4 ноября, в день празднования государственного праздника День народного единства, а также это церковный праздник, день памяти Казанской иконы Божией Матери. Это традиционное праздничное шествие, которое совершается много лет в городе Волжском. Это мероприятие, где мы продемонстрируем наше единство в этот день народного единства. Я думаю, что многие согласятся, что единство сейчас во многом мы сохраняем благодаря нашей православной вере. Крестный ход будет совершаться от храма святых новомучеников и исповедников земли русской, расположенном в больничном городке, и закончится на набережной, на пересечении улицы Набережной Сталинградской, в храме апостола Иоанна Богослова. Продолжительность крестного хода не более получаса и протяженность не более 2-2,5 километров. Это будет необременительно. Я думаю, это будет большое и нужное всем нам дело, которое сплотит нас всех вокруг и государства, и вокруг нашей общей православной веры. Храни всех Господь.